Александр Хованский с детства мечтал стать участковым. Он хотел приносить пользу людям. Вот уже 20 лет Александр Сергеевич каждый день с удовольствием приходит на работу. Принимает граждан, разбирается в житейских проблемах. Участковый полномочен – это министр внутренних дел на своем участке. От линии ГАИ он может составить протокол, как и любой протокол по линии ГАИ участковый может составить. Плюс оружейники, владельцы гражданского, охотничьего оружия, травматического. У нас их, например, 875 человек. Каждого нужно проверить, каждого посетить, проверить сейф. Быть участковым не так уж и легко. Надо знать все о людях, которые проживают на прикрепленной административной территории. Чтобы участковым было легче в работе, созданы специальные паспорта многоквартирных домов. Сюда заносится информация о каждом жильце. Это помогает максимально быстро раскрывать совершенные преступления, а самое главное – вовремя предупреждать правонарушения. Для чего нужен участковый? Он занимается профилактикой. Профилактика бывает как общая, бывает индивидуальная. Общее – это мы развешиваем объявления на подъездах, что участились кражи, там, будьте бдительны. А индивидуально у нас на учете состоит 254 человека, которые состоят на учете полиции, на профилактическом учете. Из них, например, 60 условно осужденных, 62 несовершеннолетних стоящих на учете, 40 неблагополучных семей. И вот каждого участкового должен посетить ранее судимые, семейные дебоширы. Особенно их нужно посещать, потому что сейчас он просто угрожал убийством, а потом его возьмет и убьет. Это участковый должен это все заранее пресечь. Называется превентивная направленность. Лучше его наказать пока за малое, чтобы он не совершил больше. Это там статья побои, угроза убийством, легкий вред здоровью. Вот этим занимается участковый. Для жителей участковый – это настоящий друг и помощник. Каждый день к нему обращаются за помощью по тем или иным вопросам. Александр Хованский легко справляется и с решением сложных задач. Сказывается многолетний опыт работы. Александр Сергеевич – это человек, который всегда доступен. Всегда его телефон и личный, и рабочий. Можно позвонить в любое время суток, и дня, и ночи. Александр Сергеевич будет реагировать, будет помогать, высылать или группу, или другого участкового, или сам. Но в основном сам, конечно, реагирует на все вопросы. И поэтому Александр Сергеевич в этом плане для нас очень такой человек, который действительно помогает. Одинцовский район стремительно растет, вводятся в эксплуатацию новые жилые дома. И всю эту огромную систему обслуживают 12 участковых уполномоченных. Благодаря грамотному руководству старшего участкового Хованского этой службе по плечу любые задачи. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».